Ярослав и о том, чтобы духовенство обучало детей грамоте, а в Новгороде по его приказу была открыта первая большая школа. Прославился князь и как законодатель. При нем появился первый на Руси церковный устав и письменный сборник законов «Русская правда». Своих дочерей Ярослав выдал за королей польского, венгерского и французского. Мы едем на колесах. Русь больше не воевала с соседями, поскольку была связана с ними родственными узами. Народ так чтил Ярослава за его деятельность, что со временем за ним закрепилось прозвание «Мудрого». Мудрого, блядь. Сначала губим диски в Киржаче, потом едем в Александров. Да, любовь — это лучший подарок. А потом в Собинку. Потом в Собинку одевать, и в конце концов они не встанут. Ну, а плюм вы. Будем продавать эти. Дорога. Дорога, пизда, Дениса хуярит. Дороги нема, Дениса хуярит. Да, тут интернета нахуй, нема его. А зачем ты? Вот ты ему позвонил, потом он тебе перезвонил. Посмотри. А я думаю, если знаешь, он звонил сколько раз всем, блядь. Как набрать-то? Киржач. Алёша Попович. Да. Рапчики прям. Алексей. Да. Это по поводу колёс с вами созванивали сегодня на Ниву. Да. Мы, в принципе, в вашем городе уже. Ну что ж, подъезжайте, вот, как говорил, Юматова 7. Юматова 7, да. Все, хорошо, сейчас будем. Все, я понял. Вот сейчас, после этого... Поверните направо, дальше. Затем поверните направо. Вот что за хуйня? Вы приехали. Куда, блядь? Короче, это... Разворачиваемся. Вот в тот поворот надо было нам, в первый. Грязевые шаги. Ну да, нашли. Ну что, 6? Или за 5,5 надо? Как говорили, 6, я и так уж скидываю, хотел за 8 их. Ладно, 6, забирайте. Спасибо. А то за 500 рублей забирайте 5. То бля, на вообще скидку, вот так вот. Ладно, смотри. Так, за... не жалко, отдай. Я выкинул 500 рублей. На ютубе появишься, будем тебя... Блогеры. Ну чё, подаришь, сейчас добрым словом вспомню. Тут тоже как бы денег подобрать, сами понимаете. Всё ясно. Ну ладно, всё, спасибо. Ну вот так вот. Да, ютуб не работает. Сказал, денег нету, но выдержишь. Ну что, Денис? Чего? Нормально. Диски забрали.
прогорел прокладки, походу. Да? Где? Давай тормози. Бля, пожилые поломки. Ну что там? Что случилось-то? Прогнил. Че? Прогнил. Прогнил? Да. А привариться есть к чему? Здесь нет, чувак. Снимем его нахуй просто. Берем. Блять, а как нахуй? Снимай. Как-нибудь за что-нибудь привяжи, двойную только сделай. Поломались. Бывает. Такие звуки странные. Понятно, блядь. Город большой, сервисов много, а все заняты. Там надо налево, вот здесь вот. Главное, вот сюда налево. Сюда. Автомойка. Поверните направо. Так. Синее здание, вон, автосервис. Ебать, ребята! Мы нашли автосервис. Ебать, только к нему еще. А что, туда поехал? Вы приехали. Там гаишники стояли, так на нас смотрели. Приехали. Ехай, ебать. Ой. Ой, батюшка. Ебать, сюда ехать потом. Автосервис нас решили принять. Пойдем сейчас узнаем все, что как. Денис. Автосервис, автосервис. Здрасте. Здрасте. Звонили вам. Все, ребятушки, едем дальше.
Да? Да. Ребята, молодцы, бля. Конечно. Переварили нам. Мурчит. Пизданс. Купил мне сам. Ебись, кержачей с ним сам, нахуй. Ой, ребята, шпротная диета, это просто супер, блядь. Аж, блядь. Вот. Опа. Форд, блядь. Сотрудник наш едет, пожилой. Сотрудник. Роспотребнадзор, блядь. Большой слава. Погоночная слава. О, автосервис, смотри. Дима. Где? А, я сюда звонил. Мне сказали, идите нахуй, здесь места нету. Ребята из сервиса стал молодцы. Маршрут перестроили. Вот сделали все прекрасно. Взяли 1000 рублей, 680 рублей ремставка. Итого ремонт 1680. Но глушитель теперь он сказал надолго. Он сказал, хули тут хуйню делал, давай делать, чтоб надежно. Совлы, блядь. Вот. Поверните направо. Катим в Александров за пожилыми покрышками. Из Александрова купили, короче, колеса. Да. Приобрели. Они уже, наверное, не пройдут в наш рейд. Здоровый раньше, пиздец. Раньше, может быть, да, потому... На первый взгляд. И... Чё? Чё, и за 13 забрали 900. Мы, да, за 13 900 забрали. Сторговали 1100, блядь. Сторговали 1100. Но, сука, они большие, блядь. А корт, кстати, мягкий. Вот здесь вот. Мягкий, да, я их взял, они, блядь. Да. Совы, править можно будет, хорошечно. Да, теперь сейчас их надо будет напялить и примерить на Нилу. И они не залезут. Молоток. Придется взять болгарку и резать все, что режется. Да. А что не режется, замять. Да, совы. Теперь нам осталось приехать в наш любимый город Собинка. Вот такие пироги. Yeah.